Добрый вечер, уважаемые слушатели! Мы рады приветствовать вас на концерте органной музыки. Сегодня на нашей сцене выступит один из самых востребованных органистов современности, заслуженный артист России Даниэль Зарецкий. Музыкант хорошо известен не только в России, но и за рубежом. Его выступления с неизменным успехом проходят во многих городах нашей страны, Европы, США, Израиля, Австралии и Южной Америки. На сегодняшний день Даниэль Зарецкий является лауреатом международных и всероссийских конкурсов. В 2020 году был удостоен премии «Органист года» в номинации «За вклад в профессию». В течение многих лет профессор Даниэль Феликсович заведует кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Наш сегодняшний концерт завершает фестиваль «День музыки», и посвящен он будет 90-летию со дня рождения композитора, народного артиста России, автора музыки к культовым советским кинофильмам Микаэла Тайвердиева. Его творческое наследие необычайно велико. Им написаны ряд инструментальных концертов, вокальные сочинения, а также оперы и балеты. Мало кто знает, что Тайвердиев начал сочинять музыку уже 8 лет и к 10 годам создал несколько фортепианных пьес и даже целую симфонию. Микаэл никогда не был органистом, но в душе был философом. И, наверное, потому обратился к этому инструменту. Его музыка – это прежде всего отражение собственной жизни и самого себя в мире. В своей автобиографической книге композитор написал, что орган интересовал его всегда. Играть на великом инструменте он начал еще во время учебы в Московской консерватории. Тогда же и стал сочинять музыку для органа. Итак, открывает концертную программу произведение Микаэла Тайвердиева «Басса остината». На сцене Даниэль Зарецкий, ассистент органиста Лариса Макаренко.
будут исполнены две хоральные прелюдии под названием «Подражание старым мастерам». Тему для них Микаэл Таривердиев не заимствовал, а сочинил в стиле хоральных прелюдий Иоганна Себастьяна Баха и других барочных композиторов. Thank you.
Сейчас прозвучат две части концерта для органа «Кассандра» – «Ария Линтрада». История создания этого произведения началась с посещения композитором художественной выставки Кристофа Нисса. Там его поразила серия картин, объединенных общим названием «Кассандра», где образ древнегреческой героини предупреждает всех людей о нависшей угрозе войны. Именно вдохновившись увиденным, композитор решил передать свои впечатления в музыке.
Как известно, всеобщую славу Микаэл Таривердиев обрел благодаря своей музыке и кинофильмам. Ни один Новый год, а также праздник Ко Дню Победы не обходится без любимых мелодий из кинофильмов «Ирония судьбы» или «С легким паром» и «17 мгновений весны». В исполнении Даниэля Зарецкого прозвучат фрагменты из кинофильма «17 мгновений весны». Первый фрагмент – «Проезд Кэт и Штирлица». Микаэл Таривердиев в фильме «17 мгновений весны» писал музыку параллельно со съемками кинокартины. Сначала появилась песня о далекой родине, а затем эта же мелодия в одиночном исполнении фортепиано зазвучала в сцене, где Штирлиц встречается с женой в кафе. И этот фрагмент и будет исполнен для вас. «Двое в кафе». Thank you.
Композитору много раз приходилось заново перестраивать драматургию, отказываться от написанного и сочинять новое. Он приезжал на студию рано утром, а уезжал за полночь, работая с редкой отдачей и самоотверженной одержимостью. И все это было не зря, ведь, сойдя с экрана, мелодии из киноленты зажили своей жизнью, заняв место в сердцах своих слушателей. Звучит третий фрагмент под названием «Вальс». Напомню, что две мелодии Микаэла Таривердиева «Мгновение» и «Где-то далеко» легли в основу песни о далекой родине, написанной на стихи Роберта Рождественского. Тщательно велись поиски исполнителя песни, прослушивали Валентину Толкунову, Муслима Магомаева, Валерия Бадзинского. Но по-настоящему покорил режиссера только Иосиф Кобзон с его сдержанной драматической манерой исполнения. Таривердиев даже говорил, что Кобзон спел блестяще, попав голосом прямо в десятку. Итак, песня о далекой родине. Thank you.
Дорогие друзья, объявляется антракт. Во втором отделении нашего концерта прозвучат произведения композиторов-современников Микаэла Тенбергиева. В исполнении Даниэля Зарецкого звучит хорал Геннадия Белова, ассистент органиста Лариса Макаренко. Продолжаем нашу программу произведения Олега Янченко «Медитация». В историю отечественной музыки Янченко вошел как выдающийся органист 20 века, а также как создатель и первый президент Ассоциации органистов и органных мастеров России. Со слов современников композитора, к музыке он относился как к главному смыслу своей жизни. В его произведениях отсутствовала сентиментальность, все точно, глубоко и ничего лишнего. Медитация Олега Янченко.
Автором следующего произведения является Георгий Мушель. Он автор симфоний, фортепианных концертов, опер и балетов. И стал одним из первых, кто принес в жанр классической музыки элементы узбекской национальной культуры. Примером гармоничного сочетания традиционных приемов с ярко выраженным народным началом могут послужить его таккаты для органа. Итак, таккаты Георгия Мушеля. Вашему вниманию будет представлена пассакалия Христофора Кушнарева,
композитора, который прославился не только своим творчеством, но и научными трудами в области лада, полифонии и армянской народной музыки. Thank you.
И мы снова возвращаемся к творчеству любимого композитора, которому был посвящен наш концерт, Микаэла Тривердиева. Сейчас будет исполнено его произведение «Донский собор» из трогательного кинофильма 1978 года «Старомодная комедия». Фильм отличился прекрасной игрой знаменитых актеров Алисы Фрейндлих и Игоря Владимирова и, конечно же, пронзающей музыкой Тривердиева. Звучит музыка из кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», мелодия которой знакома каждому. Тривердиев определил этот фильм как рождественскую сказку и написал к ней такую же светлую и романтическую музыку.
На момент съемок режиссер Эдуард Рязанов планировал привлечь к работе над фильмом других композиторов, поскольку считал, что один музыкант не может создать несколько хороших песен сразу. Но Микаэль Таривердиев написал 12 замечательных композиций, 6 из которых были задействованы в этой кинокартине. Поэтому других авторов приглашать не стали. За кинофильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» композитору присудили государственную премию СССР. Итак, Микаэль Таривердиев «Снег над Ленинградом» из кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром».